Всем привет! У меня небольшое видео специально для защитников использования русского языка в After Effects. Мне прислали небольшой проект разобраться с проблемой. Какая проблема, не важна, Просто при открытии сразу вижу ошибку в выражениях, которой быть не должно. Лезу, короче, в выражение. Что мы здесь видим? Русский язык в путях к эффектам. То есть вот этот эффект, оба канала, вместо слайдера написано ползунок, и выражение, естественно, не срабатывает. Потому что After Effects не знает, что такое ползунок что неудивительно. Сразу нам становится понятно, что автор создавал это выражение в русской версии After Effects. Вот в нормальной английской версии оно уже не открывается. Если вы собираетесь продавать свои проекты на видеохайве на Envato, соответственно, такого допускать нельзя, и этого нужно избегать. В русской же версии After Effects, как видите, никаких проблем нет. Выражение работает нормально. Ну что можно сделать в такой ситуации? Не использовать, естественно, русскую версию. А о проблемах с переводом, с глюками и багами я, по-моему, говорил вот в этом видео. Ссылка в описании, в подсказке YouTube, можете ознакомиться. Это сразу избавляет вас от много всяких разных проблем, связанных не только с выражениями. Но в принципе для упертых тоже есть выход. На E-скрипте есть скрипт Expression Universalizer, который при выполнении заменяет вот всякую фигню типа. Оба канала, ползунок, там название стандартных эффектов на идентификаторы, которые используют Adobe, а они одинаковые на всех языках. Таким образом, после выполнения скрипта, мы вместо ползунка, на который жаловался Adobe в английской версии, получим вот такой вот ADBE, слайдер, контроль номер один. Название самого слоя и название эффекта, они, конечно, остаются прежними на русском языке. Ну, потому что в данной ситуации это не является проблемой, во-первых. Но, во-вторых, это всегда можно переименовать обратно руками. И, как вы можете видеть, такой вот проект уже работает нормально, без всяких проблем. Хотя здесь английская версия After Effects, и все еще присутствуют русские названия, но ссылка уже идет на тот слайдер, который правильный слайдер. Это нога у того, у кого надо нога. Вот вам для сравнения окошко, как изменилась экспрессион под действием того скрипта. Ну, а на этом у меня все. Такое короткое видео. Повторюсь еще раз, последний совет. Не используйте русскую версию. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока.